Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Антонина Шевалье. Я являюсь управляющей винотекой Вайнстейт. И сегодня наша пара – это каре ягненка, запеченная с оливковым маслом, горчицей и бальзамиком. И чудесный ассамбляж Санджавеза и Каберне Савиньон. Мясо баранины обладает достаточно яркой ароматикой и нежным вкусом, не стоит об этом забывать. Поэтому при выборе вина к баранине всегда руководствуйтесь правилом. Вино должно быть достаточно ярким, ягодным и сочным в ароматике, с очень нежными танинами. Выбирайте сбалансированные выдержанные образцы. Ну а мой выбор упал на образец из Тосканы, Санджавеза и Каберне Савиньон. Достаточно выдержанный образец 2012 года из Мерлина Дисканзана от легендарного Био Ди Санти. Я абсолютно уверена, что они вместе отлично сработают. Баранина достаточно нежная, сочная. Я добавила еще немного сладости в сам соус, плюс пару капель бальзамика при подаче. И благодаря тому, что наш образец все-таки 2012 года, это достаточно зрелое вино с очень нежными бархатистыми танинами. Поэтому, мне кажется, они будут очень хорошо вместе работать. Давайте попробуем. Они отлично сочетаются вместе, я бы даже сказала, гармонично смотрятся вместе. Несмотря на то, что наш Санджавеза и Каберне Савиньон такие ребята все-таки довольно зрелые, достаточно мускулинные, то есть вино серьезное. Вот. Ну а наша баранина со своей нежной текстурой, в общем-то, просто очень красиво вписывается в эту историю. Поэтому да, смело сочетайте, почему нет. Если у вас есть какие-то свои предпочтения в выборе красных вин, попробуйте Мальбек аргентинский, Сира или Шираз, да, если это Новый Свет. Смело экспериментируйте с образцами из Бордо, зрелыми образцами. Самое главное правило, мы берем всегда вина зрелые, с очень мягкими нежными тонинами. Ну, а для тех из вас, кто готов повторить этот эксперимент дома, отличные новости. На сайте нашего партнера L-Wine можно приобрести данный образец вина со скидкой 20% по промокоду WineStateVideo. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы регулярно выкладываем новые видео, интересные эксперименты. Будем рады, если вы будете делиться своими экспериментами. Вот, всем желаю удачных гастрономических экспериментов и бон аппетит!